Мечтайте о дальних странах и открытиях, но приходится сидеть дома. Как я вас понимаю? Меня зовут Леша Лазарев, я вырос в музее-заповеднике Поленово. Не покидая усадьбы, я покажу вам весь мир. Те, кто бывал в Поленовском доме, знают, что в нем устроено много различных ходов и проходов, в том числе вертикальных. Есть семейный апокриф, что сделано это было не только для того, чтобы члены большой семьи могли свободно перемещаться между разными комнатами, но и чтобы Василий Поленов мог мгновенно и незаметно уединиться при виде гостей. Дом Поленовых всегда славился гостеприимством, но живописью, как вы понимаете, трудно заниматься посреди вечеринки. Мастерская художника изначально размещалась здесь, на втором этаже, откуда было отлично видно, не подъезжает ли шумная компания. Тогда можно было быстро переместиться по лестнице на балкончик и сбежать в жилые комнаты. В конечном счете гостей и родственников стало так много, что Поленов выстроил себе в усадьбе отдельно настоящую мастерскую, которую назвал «Аббатство». Не только из-за архитектуры, но и с намеком на то, что это место отшельничества. Когда снова соберетесь в путь, приезжайте в Поленово. Каких чудес здесь только нет!